Что такое светофор? Светофор – это на... это такая палочка, на той которой фонарики. Красные, желто-зеленые. Светофор – такое устройство, которое показывает цвета. Или гарирует пешеходный переход транспорта и пешехода. Это разноцветный фонарь, который показывает цвета. Такой знак, на которого может останавливаться машина, ездить и приготавливаться. Он может стоять рядом с дорогой. Рядом с перекрестком и рядом, где машина ездит. Зачем нужен светофор? Чтобы правильно переходить дорогу. Зеленый цвет. На красный нужно стоять. Потому что тогда едут машины. Светофор нам нужен, чтобы не поранить человека. Чтобы не было аварии. От аварии беда может... пожар быть. Светофор поправляет движение, и он нужен, чтобы не было аварий. Что означает каждый сигнал светофора? Красный означает стоять. Желтый означает машинам внимание. А зеленый идти. Если перейти на красный, то будет произойдет авария. Если на зеленый, то будет по порядку. В машинах красные, а у людей зеленый. И так по порядку. Потому что такие правила. Потому что правила устроены так, и по-другому нельзя. Какие еще дорожные знаки ты знаешь? Что рядом кафешка есть такой знак. Есть знак дальше... никак ехать. Пешеходный переход. Дорожные дети. Главная дорога. Остановка. Обозначающий. Кирпичный. Кирпич означает, что там тупик.